Всем привет! Вы на канале Sober Vision. Сегодня у нас будет обзор на систему CO2 от компании ISTA. Приобрел я ее в магазине Биосалон. Ссылка на магазин и на эту систему будут в описании. Давайте сразу посмотрим, что внутри этой коробочки. Затем все подключим и протестируем на моем 20-литровом аквариуме. Ну и бонусом распакуем и поставим дроп-чекер. Итак, давайте откроем коробочку. Первоочередным фактором, из-за которого я захотел покупать именно эту систему, был, конечно, баллон. Баллон у меня будет стоять рядом с аквариумом, и его внешний вид должен не вызывать отвращения, а иметь симпатичный внешний вид. Надежность баллона от этой компании не вызывает сомнений. Давайте достанем его из коробки и посмотрим на него поближе. Этот баллон на 1 литр. Дно у него плоское. Имеет вертикальный выход как раз под редуктор, который идет в комплекте. Внешний вид у него действительно классный. Выглядит очень здорово. Как раз то, что мне нужно. Все опасения о том, что в России этот баллон никто не сможет заправлять, напрасны. По крайней мере в Москве их без проблем заправляют. И кстати, он поставляется сразу заправленным. Давайте посмотрим далее, что входит в комплект этой системы CO2. Ага, это подставка под баллон. Она имеет основание и три боковых лепестка, которые вставляются в это основание. Далее у нас соединительная трубка, чтобы соединить все элементы этой системы. Затем держатель для трубки, чтобы она полностью не перегибалась, а плавно изгибалась и доступ CO2 в диффузор не прекращался. Теперь перейдем тоже к одному из самых главных и интересных элементов этой системы. Это редуктор. Мы видим, что он имеет два манометра. Один показывает давление в самом баллоне, второй манометр будет показывать давление, которое воздействует на электромагнитный клапан и регулятор точной настройки подачи углекислоты в аквариум. С помощью этого регулятора можно выставить необходимое количество CO2, которое подается. Усредненно рекомендуют подавать один пузырек в секунду. Выставим сначала так, а затем будем контролировать содержание углекислоты в аквариуме с помощью теста. Очень важно, что тут есть электроклапан. Его мы включим в электронный таймер, и подача CO2 будет осуществляться только тогда, когда будет гореть свет в аквариуме. В ночное время газ в аквариум не подаем. Рыбы, креветки, а также растения будут чувствовать себя намного лучше. Посмотрите, какой редуктор у нас симпатичный и аккуратный. Отлично сочетается с баллоном. Что у нас осталось в коробке? Остался счетчик пузырьков с обратным клапаном и диффузор. В счетчик пузырьков мы зальем воду, и можно будет посчитать количество пузырьков, подаваемое в минуту. Сверху имеет выход и вход, обозначенные стрелочками. Диффузор, который идет в комплекте, достаточно громоздкий, явно не на мои 20 литров. Из особенностей можно отметить раскручивающуюся конструкцию, позволяющую все полностью промывать. А также при необходимости заменять вот эту белую пластинку, которая распыляет пузырьки. Если сравнить два диффузора, один штатный истовский, второй Денер-Летлина на аквариумов, видно, что у Исты диффузор заметно крупнее. Кроме этого, он полностью из пластика. У Денерле диффузор выполнен из стекла. Красиво выглядит, но когда я подключил к нему брагу, через пару дней он начал выдавать не мелкий пузырек, а плеваться крупными пузырями. В общем, будем тестировать. Теперь давайте соберем всю систему и посмотрим, как она работает. Итак, первым делом подстыкуем редуктор к баллону и крепко его затянем. Thank you.
Теперь потихоньку откручиваем вентиль на баллоне. Мы видим, манометры сразу оживились, стали показывать общее давление и давление уже после понижения. Теперь подключаем шланг к редуктору. Для этого откручиваем вот эту гайку, продеваем в нее шланг, одеваем шланг на выемку и фиксируем все гайкой. Далее включим вилку от электроклапана в розетку. Раздается характерный щелчок и загорается красная индикаторная лампа. Теперь поставим баллон рядом с аквариумом на штатное место, а затем подключим счетчик пузырьков и диффузор. На это место баллон вошел только без подставки. На присоску я повесил счетчик пузырьков. Теперь наполним его водой. Раскручиваем, заливаем воду и закручиваем. Ко входу, который обозначен стрелочкой, подключим шланг от редуктора, а с выхода шланг пойдет на диффузор. Диффузор я установлю тоже с этой стороны. Одеваем и фиксируем шланг с одной стороны и одеваем другой конец на диффузор. Держатель шланга я установлю позже. Сейчас сольем часть воды и все подключим. Теперь для подачи CO2 в аквариум осталось открутить вентиль точной настройки и отрегулировать количество подаваемых пузырьков. Делаем это плавно, потихонечку. Вначале я подключил штатный диффузор, но как вы видите, несмотря на то, что в общем он выдавал мелкие пузырьки, между резинкой просачивались большие. Поэтому я отстыковал его и поставил стеклянное изделие от Denerle. Вот оно действительно меня порадовало мелким, очень мелким пузырьком. Они легко подхватывались течением и распространялись по всему аквариуму. Но радость была недолгой. Через день опять пошел крупный пузырь с одной стороны. И тут прям как какой-то дефект. Сифонило с одного края. Как будто мини-трещина в пластине. Видимо, брага тут ни при чем. А вот, кстати, и моя бражная установка. Обратите внимание на год на крышке. Изготавливал я ее давно. Работает она неплохо, но вот на ночь ее не перекроешь. И каждые 2-3 недели приходится делать новый замес. А также можно перебавить дрожжей, и тогда задохнутся рыбки и креветки. Что-то я заговорился. В общем, вернул на место штатный диффузор, пока не приобрел другой, стеклянный. И как ни странно, после запуска, через сутки крупные пузыри пропали, и пошел мелкий отличный пузырек. Видимо, разбухла резинка, ну или пластина. Давайте теперь посмотрим на то, чем мы будем контролировать содержание CO2 в воде. Это дроп-чекер от компании ISTA. Его еще называют длительным тестом, так как он не моментально определяет содержание газа, а спустя примерно час. Давайте откроем коробку и посмотрим, что внутри. Внутри мы получаем сам дроп-чекер, индикаторную жидкость и наклейку, которая подсказывает нам, какой цвет жидкости что означает. Если жидкость окрасилась в синий цвет, значит CO2 в воде недостаточно. Если зеленый,
то в норме. И желтый означает превышение уровня газа в воде. Углубляться в сам химический процесс не будем. В интернете достаточно информации. Сейчас нальем жидкость в конструкцию. Для этого вытаскиваем верхнюю часть и наливаем жидкость до обозначенного уровня. Теперь собираем конструкцию обратно и плавно переворачиваем. В таком виде устанавливаем ее в аквариум. Жидкость у нас синего цвета говорит о том, что CO2 очень мало, но спустя уже час она начинает показывать действительный уровень содержания углекислоты. Жидкость меняет цвет, и со временем она окрашивается полностью в тот цвет, который соответствует уровню CO2 в воде. Недавно я наконец-таки приобрел другой диффузор, китайский. Он в точности, как и Денерле, только в 5 раз дешевле и работает отлично. Заодно купил стеклянный счетчик пузырьков, также китайский, но выполнен в стиле компании ADA. Он очень красиво пускает пузыри. Заодно я взял стеклянный дроп-чекер. Пусть все будет в одном стиле. Стеклянные прибамбасы мне нравятся больше. Единственное, теперь я подключил обратный клапан, чтобы вода не попала в баллон и редуктор. В общем и целом, все смотрится, на мой взгляд, симпатично, гармонично и красиво. Теперь надо ждать, когда растения вырастут, разрастутся, и аквариум станет иметь совсем другой, более привлекательный вид. А как же жители аквариума, спросите вы? Они уже тут. Поподробнее о них в следующих выпусках. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал, и если понравилось видео, поставьте лайк. Всем до встречи. Пока.